Мне 34 года, я из Киева. 14 из них, 14 с половиной точнее, провел в тюрягах, в лагерях. Я влез в систему, начал очень плотно курить травку, шишки. Я так настоящий типичный житель Троещины. Ну все, у меня отсиженных уже больше 10 лет, почти 15. А наркотики употребляю я сколько уже? 22 года. 22 года это тяжелые наркотики, то есть конкретно колюсь 22 года. Не считал себя наркоманом. У меня была работа, то есть у меня потихоньку все получалось. Меня уволили с работы, я потерял работу. У меня сейчас тоже начались в жизни проблемы. Короче, смотри. В Кости есть дача. Под Киевом, не говори где. Да, недалеко. Да, мотаем лантухи и валим на дачу спрыгивать. Сколько там надо? Неделю, две, три. Серега, короче, спит, ему начало, ему плохо. Ну, типа спит, блядь, не хочет вставать вообще с кровати. Да, не хочет вставать, не может, поэтому мы пока не будем его кошмарить, да, не будем его тормошить. Я вот встал, нашел себе силы, встал, сделал зарядку, размялся, отжался, я попрыгал. Отжимался, да, то есть, прыгал. Да. И так буду делать каждое утро, и хочу сказать, это надо начинать делать. Ты в курсе, что наркоманы пидорасы? Знаешь, что наркоманы пидорасы? Ну вот теперь знаю. Делай вывод. Не знаю.